Пока черные лебеди завистливо поглядывают из-за заборчика, в их пруду плещется волчонок. Это один из двух детенышей канадских волков. Такая же взрослая серо-черная расцветка у малышей появится только через полгода. От родителей волчат забрали в месячном возрасте, и сейчас они обживают собственный вольер. Щенков сотрудники зоопарка назвали Вита и Радар. Последнего за то, что частенько крутят ушами в разные стороны. Так они, конечно, еще боятся всех. То есть даже те, кто с ними занимается, вот когда их начинаешь брать, они как бы не очень хотят. И вот огрызаться немножко начинает. Потом уже, когда разыграешь с ними, то нормально. Еще одно прибавление у копытных. В соседних вольерах с разницей в месяц на свет появились осленок и пони. От матери же ребята зависимы гораздо дольше, чем волчата. Вместе они пробудут целый год. Мама детей своих прям защищает, особенно пони. Она, то есть, к нему приблизиться вообще не дает. Она сразу перегораживает, кусается и пинает. А с лица еще более-менее как бы можно подойти. Этот год для самарского зоопарка удачный как никогда. Детишки появились у страусов, леопардов, енотов, но больше всего порадовали, конечно, копытные, потому что у семьи пони и осликов же ребята появились в первый раз. Валерия Макарова, Сергей Баскин, «События».